Ульяна помогает, нарезает. Кошка расцарапала ему щеку. Мама, я. В общем, ты большая девочка, тоже будешь теперь мне все помогать, да? Я. Стараться сама уже готовить. Ну что? Как сильно царапала-то тебя она. Посмотреть хочешь? Да. Ну, смотри. Скажи привет. Привет. Блин, зачем ты ей нос сунул? Кошка под кроватью была, он взял ей и сунул нос туда под кровать. Попробуй, но они сырые, невкусные ведь вроде. Ну как? Ну как? Вкусно? На картошку, наверное, похоже, да? Нет, вкуснее. Давайте оба, что ли, помогать будете? Боди, это нельзя сырое. Тогда он вкуснее. Что, мы когда-то не свежий покупали? А, ты имеешь в виду до того, как пожарим? Мамин помощник, пылесосик. Тяжело? Старайся. Бодя, ковер надо пылесосить, ковер. Неудобно? Тяжело, да? Меня очень засасывает сильно этот пылесос. Он этот с водяным фильтром. Там столько грязи там с этой водой вместе выходит. Все, кошка катается. Все, выгнал ее, покаталась и хватит. Уходи. Снимки, да?